Перед вами один фрагмент. Это трава плюс побегоносная. Я вам покажу красивый ковер, которым я заращиваю сад. Вы несколько фотографий видели, нагляделись, поняли. Вот они, коротенькие корешки вниз вот глядят. Длиннее они не бывают. И вот он побег, один из миллионов. Он буквально стелется. Я это назвал воздушное размножение, потому что этот побег зеленый, он с этими, с корешками в пазухах, он вначале растет вверх. Вот интересная технология. Растет вверх, потом он тяжелеет и начинает клониться в бок. Потом он ложится, впивается корешками в землю и пополз себе дальше. И так до бесконечности. Способ размножения быстрый и великолепный. Вот сейчас я некую технологию рассказываю. А вот берешь клочок дерна, раздергиваешь еще на более мелкие, ткнешь тут, ну, естественно, ткнешь уже в очищенную сорняком землю. Вот. И пошел размножаться, и пополз в разные стороны. Зеленый, красивейший ковер. А верхние слои что? Вот он еще лезет и лезет. Он наклоняется, ему надо впиться в землю, а место занято. Он не может до земли достать корешками. И так и лежит, вот так как есть, прямо на поверх других листьев, то есть этих побегов. Еще лезет, еще напластывается, получается. Такой ковер мне приходилось демонстрировать свои эти самые особые наблюдения. Я беру лопату, острую лопату, ставлю на этот ковер, ну, где-нибудь, которому 3-4 года уже, напластался так, что ставлю лопату, быстро спрыгаю на нее двумя ногами, с весом почти 100 килограмм, и она не, это, на лопату, ну, прыгаю на нее, и она не это, не пробивает. Ну, где-то пробивает, а где-то и нет. Показываю этим свои великолепные качества. А раз не пробивает, представляете, какая защита от мороза? Вот поэтому я лишний раз показываю. Да, в разброс, но я опять не могу успокоиться. Вот ученый меня пожурил, по-дружески, конечно, мы друзья. Вот. И как бы я сейчас это, я бы сказал, это трава из семейства полевица побегоносная. Трава из семейства такого-то. Значит, и дальше давай ее характеристику. Наверняка есть где-нибудь. Даже не читал и читать не собираюсь. Вот. Может быть, то, что я сказал, вам достаточно, чтобы вы начали ее культивировать в своем саду. Вот. А после той лекции, да ее никто дослушать, по-моему, не смог бы. Вот.